Ну что ж, дорогие друзья, приветствую всех. Вот настал третий день. Нет, не третий день стройки дом 2, а третий день пребывания моего в Москве. Я поуныл, возможно. Но сегодня я не хочу умничать, не хочу философствовать. Я хочу сегодня просто под лозунгом «А я иду шагаю по Москве» немножко пройтись по ней, ибо погода хорошая, и показать вам, и в первую очередь, может быть, вам, а во вторую, или наоборот, себе, может быть, больше. Ну, то есть я немножко соскучился, что ли, по этим большим кварталам, и мне надо немножко углубиться в центр, может быть, до ЦПКО сходим, может быть, еще куда-то меня занесет. Если что-то будет интересное, обязательно покажу. Так что не переключайтесь. Так, ребята, вот мы подъезжаем к большой стройке. Ну, я боялся, что пробка будет побольше. Она все-таки есть перед мостом. Мы посмотрим сейчас, может быть, новые уже открыли. В принципе, пробка раньше начиналась вот там задолго. Сейчас вот где-то тут так, плотничком идем. К Новгороду подъезжаем, к Нижнему. Россия! Так, так, так. Стройка века еще все продолжается. Заметим, спустя полтора месяца, как мы здесь проезжали. Вот заправочку Лукойловскую делают. Асфальтик кладут. Вот ограждение специальное уже построено. Поэтому сейчас посмотрим, может быть, на новый мост нас выведут. 152 регион, Нижний Новгород, я так полагаю. Часто встречающиеся ребята. Все хорошие. Не будем фамильярничать. Так, ну вот там. Вот, в частности, строительство я вам показывал. Ну, не знаю, пока еще к мосту не подъехали. Сложно сейчас оценить масштаб строительства. Заканчивается или нет масштаб строительства. Сложно оценить. Масштабные. Стройка века. Это сродни Крымскому мосту, ребята. Это, наверное, Крымский мост, а потом вот этот мост на Нижнем, через Волгу, в Нижнем, на втором месте. А какой мост на третьем? А на третьем задний мост ЗИЛа 130-го. Ха-ха-ха! Ну куда же устремляются москвичи в жаркий солнечный воскресный день? Конечно же, в ЦПКО, Центральный парк культуры и отдыха. Отправимся мы сегодня туда же вместе с москвичами и специальным маршрутом по новой ветке метро. Новое кольцо метро открылось, мы знаем, вот здесь Карачарова. У нас такая станция, по которой я еще ни разу не пробовал прокатиться. Я затарился провизией, взял хороший квас, но не вятский. Почему? Потому что этот по акции 30 рублей, а вятский продается по 60 рублей. Так что Московское центральное кольцо. Так. Сейчас посмотрим, где мы находимся. Так, мы находимся, вот она, Нижегородская. Так, 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 ну короче, да, Нижегородская. А нам надо в парк культуры. Нам надо вот сюда. Это значит, мы проедем вот так. Сюда перейдем с Лужников на спортивную. Проедем. Такие дела. Так, карточка. А проверить на карточке есть ли? Вот, можно проверить. Где? Вот. А, понял, понял, хорошо. Понял, понял. С пакетом? Провизиант. Гляну просто, есть ли на счету, до чего. 16 единиц. Недостаточно? Нет. Касса на улице. Согласен. На кассу. На кассу. Ребята, на кассу. Ага. Кто крайний? Никто, пожалуйста. На 200 рублей. Да, на 200 рублей сделаем. Короче, я вытащу. На всякий случай, чтобы на автобусы съездить куда-нибудь.
Благодарю. О, было. Все, будь здоровы. Мне скажут, как вы достали пассажиры. Ёлы-палки. Ребята, сам первый раз, честно скажу, по этой новоиспеченной железной магистрали. Но ничего, все когда-то бывает впервые, не только в моей жизни, но и в вашей когда-то случится это же. Вы пройдете этой же лестницей. Мосту. У меня выручает меня сегодня эта штука. Ваньке Гурову огромная благодарность. Подогнал мне. Сейчас ехал, сколько раз меня выручало, то бы я проскакивал очень лихо. Так, ну вот, смотрите. Оценивайте ситуацию. А где, я не понял. Или чего? Или это уже новый? Да не. Так, надо еще туда дальше. Да, вот это действительно вид на миллион, уважаемые дамы и господа. Вот это второй по масштабам строительство мост в России. А может быть, где-то еще строят мосты. Ребята, напишите в комментариях. Давайте посмотрим еще. Пока проезжаем, это секунды. Ну вот я и в Нижнем, вернее мы. Так, что-то опять пиликает, сейчас будет пост. Где-то здесь наш инспектор ДПС охраняет нас. Эй, доблестная, честная и сердцу дорогая, госавтоинспекция, ты нам как мать родная. Спускаемся, ребята, спускаемся. А вот они наши ребята, наши друзья. Все, движение продолжается, следующее включение не знаю когда. Ну вот она красота, и в какую сторону интересно ехать? Сложно сказать. Блин, карту не посмотрел, ни хера. Андроновка станция. Со всеми остановками. Блин. А вот карта-то вот. Так, значит, Нижегородская. Нам нужно Лужники. Так, Лужники. А что значит Андроновка? Непонятно. Так, Нижегородская. Новохохловская. А вот Андроновка. А значит, мне надо Новохохловская в эту сторону. Новохохловская. Станции Новохохловская. Все правильно. Значит, сюда. Вот ведется какое-то глобальное строительство там. Не знаю, что строят. Может быть, раскапывают древний город. Типа Помпея. Который был
поглощен пеплом. Все дамы строгие за рулем сидят. Давайте посмотрим, ребята, вместе. Если увидим хоть кого-нибудь, не нарушай ПДД. Будем посмотрим людям в глаза, кто живет в Нижнем Новгороде. Так, давай, давай, пошел. Трамваи, троллейбусы, все правильно, две полосы движения. Сейчас будет пост. Сейчас будет, ребята, после моста пост. Нет, не мост, пост. Как-то меня тут тормознули, я такой был уставший. С похмелья ехал, столько преодолел, жара, лето. И он спрашивает, с тобой все ли хорошо? У меня загоревшая харя, красная сейчас, бодунишка. И он говорит, все ли с тобой хорошо? Я злой еще такой. Так, 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 ребята, ребята, ребята. Отлично, проскочили, проскочили, пройдем. Так вот, как же быть, пробочки, ну сейчас я в пробке стоял, видно было, интересные лица. Я люблю вообще заглядывать в лица. Как там Трофим пел, тоже написал песню, видимо, стоя в пробках. Поэтому такая история. Да, не обращайте внимания, глушитель я скоро починю, и она не будет шуметь. Ребята, не обращайте внимания. Там надо немножко деталь подрезать, подварить, прокладочку поменять, и все будет вообще чин-чинарем. Блин, все, мы выезжаем с города, сейчас уже пробку мы не встретим. Ну ладно. В другой раз, уважаемые дамы и господа, леди и джентльмены, Московское шоссе прямым ходом будет Москва. Будем надеяться, что в Москве стоять долго не будем в пробках, ну и вдруг не захочется мне тремнуть. И хочется мне, знаете, куда заехать сразу? Так как я жил в Касино, я хочу заехать в Касино на Святое озеро и искупаться в Святом озере. Что-то я подустал за эту поездку. Что-то как-то мне хочется посетить, в общем, свои места. Свои места. Там, где я жил. На столбе, что ли, за 3-то года? Может быть. Поэтому заехать сначала в Святое озеро, искупаться. А там видно будет, найти хостел, может быть. Или если получится, комнатушку. Я там заявочки оставил в интернете. Уже звонили, кстати, по работе. Блин, вообще интернет это вещь. Я в дороге, мне уже звонят, меня уже ищут. Нет, не те, о ком вы подумали. И вот, что хотел сказать-то. Да, для начала нужен мне будет интернет. Попробуем проверить бесплатный интернет Wi-Fi. В Макдаке никогда не проверял. Где-то близ может быть возможность будет встать, припарковаться. Вот говорят, так ловит. Я попробую. И положу в интернете. Но это будет не скоро. Не переключайтесь. Едет чаечка, едет. РЖД. Как там? Микунин? Как его? Неважно. А, Якунин? Якунин. Микунин. РЖД. Все, и видим сейчас, да. Глушники. Там сейчас кто-нибудь выйдет, скажет им, это вам нигде попало. Это здесь вам не там. Алло.
Прям как на Сапсане. Как после бомбежки. Платформа справа. Как будто Сталинград строит, а не Москву. Охренеть. Да уж, ребята. Станция Верхние Котлы. Платформа справа. Следующая станция Крымская. Платформа слева. This is Верхние Котлы. The next station is Крымская. Это все, что останется после меня. Это все, что возьму я с собой. За нами память сидит устала, а в руке ее пламя свечи. Ты такой хороший была, посмотри на меня, не молчи. Крики чайки на белой стене, черной луной нарисуй что-нибудь на огне. И шепни на прощанье рекой. Это все, что останется после меня. Это все, что возьму я с собой. Это все, что останется после меня. Это все, что возьму я с собой. Две мечты до печали. Это что за девочка стоит, по телефону общается? Сапожки красные. Поехали, 400 километров до Москвы осталось. Жизнь не сама, а смертная. Мне свое дорогу вести. И прощай. Это все, что останется после меня. Это все, что возьму я с собой. Эй, эй, эй! Это все, что возьму. Я с собой!
Уважаемые пассажиры, в связи с ремонтными работами с 25 марта 2017 года закрыт южный вестибюль станции метро «Спортивная». Для входа и выхода пользуйтесь северным вестибюлем. Станция «Лужники», платформа справа, наземный переход на станцию метро «Спортивная». This is Luzhniki. Change for Sportivnaya metro station. Ну что же, ребята, вот мы и приехали. Лужники, станция метро, поэтому давайте выйдем и попробуем найти самое интересное место, самое природное место в этом заповеднике. Прогуляемся. Вот он, стадион Лужники. Вот там у нас МГУ. Так, значит, это у нас, это значит, так, ориентир берем. Ага. Взял, тут и потерялся. Сейчас найдем. Ага, вот у нас станция метро «Спортивная». Попутно с людьми я дошел, ребята. Ну вот что интересно. Придется ли мне сейчас снова единицы потратить на карточке? Или на этих же единицах? Сейчас мы спросим. Метрополитен имени Ленина. Почему не Сталин, спросите вы? Сложно сказать. А не подскажете, я вот по карточке проехал, по кольцу. Сейчас мне карточка. 90 минут пересадка. Что? 90 минут пересадка. Если 90 минут не прошло, то у вас пересадка будет. Да, 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 не прошло 90. Вот прикладывайте, там будет. Не съест единицы? Нет. Ага, хорошо. Пересадка будет. А, да, 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 благодарю. Спасибо. Вот значит, в чем хитрость. Если 90 минут не прошло, то еще проскочу. Если прошло, уже все. По новой буду платить. Вот она, разгадка. Вот в чем разгадка. А Гамлет гадал-гадал, так и не понял, в чем смысл. Вот и я гадаю, как на кофейне гуще. Где мы тут? А вот мы на Лужниках вышли, перешли на Спортивную. И сейчас нам надо Фрунзенская и парк культуры. Да. Воробьёв гор тоже интересно, но потом. Нам нужно выше. Поехали. Я в команде. Я за год в Альдемат. Какая смехать? Ждем. А, да, 2 метра. Ein, zwei, zwei. Двухметровый. Поезд пойдет оттуда. Поезд пойдет оттуда. На первый, второй же считайся. Первый. Второй. Все, ребята, едем в летний лагерь «Лопушок». Да-да-да, не удивляйтесь. Ну вот, и вышли из метро. Станция метро «Парк культуры». И все направились, я смотрю, именно в тот парк. Куда, собственно, нам и надо. В общем-то, я был прав. Да. Поэтому поспешим, пока солнце высоко. Еще немножко успеем позагорать и все такое. А если повезет, то можно успеем познакомиться. Вот народу идет всегда уже. Первый день лета, смотрите, сколько народу.
И все идут по мосту. Дальше, дальше. Так, ну что там горит? Непонятно, что. Ничего не горит. Пошли. Пошли. Вообще вот лучше сюда. Чтобы потом по лестнице не подниматься там. Сразу сюда. Смеркалось, однако. И опять дождище. Что ж, ребята, 143 километра не доехали до МКАДа. По-моему, да, первый километр МКАД. И вот такая пробочка. Давайте сходим, посмотрим, что за пробочка. И насколько она длинна сегодня. Вуаля, вот встречка. А отсюда не видать. В общем, стоим достаточно давно, где-то около, наверное, получаса. Поэтому... А, вот. Припасы я уже все съел. У меня осталась только вода, ребята. Продолжаем движение. Хорошо, ребята, идет, хорошо. Сейчас проверим, наши туристы или не наши. А, кто-то из наших, а вернее, кто-то из не из наших. Мало не наших-то, мало, видите. Кто машет, это иностранцы. А кто не машет, это наши. Ой, так это Редисон, Редисон. Редисон. Почему? А это еще с Питера, я помню, Ванька мне это, про Сандеев такой говорит. Он так проверял, он меня научил. Смотри, говорит, сейчас проверим, наши или нет, такой машет. Если, говорит, машет, значит иностранцы. Если тупо сидят скованно, значит наши. О, как он меня порадовал этим. Я сейчас проверяю иногда. Сезон теплоходов, свадебки бывают на теплоходе. Электричество там постоянно скачет, поэтому мне очень удобно, аппарат выставишь, он как-то все время то отключит электричество, все погасло, то опять что-нибудь. Ну, в общем, коротит постоянно с генераторами, не очень хорошо работает, удобно. Так что, но очень природно. И все время все гости пропадают на палубе, их не собрать, ну, такая тоже история бывает. Ну, ничего страшного, главное, чтобы настроение было хорошее, правильно? О, сколько народу, я не ошибся. Я не ошибся, сегодня все идут в ЦПКВ, Центральный парк культуры и отдыха. Я на вас даже не одна, несколько. Кино снимают итальянцы, а, испанцы. Испанцы в России, фильм называется. Не подскажете, какое кино снимают? Я думаю, это телевидение бразильское. Да? А что за передача-то у них? Там что-то с футболом связано. А, с футболом? Понятно. ВК выведут, нет? Не знаю, не знаете. Я думал, итальянцы в России, а это испанцы, оказывается. Правильно? Я их только по шляпам узнаю и по взгляду. Знаете, такой хитрый взгляд. Или не очень? Я бы сказала, что... Не очень? А это режиссер, наверное, да, такой важный? Так уже 20-й дубль, никак не могут снять, да? Гармонист подводит все время. Кто подводит? Нет. Я скучаю, я скучаю.
Я скучаю, говорит. Переводчик, я скучаю. А она не звонит, не пишет, а я скучаю. Вот о чем песня. А испанской печали. Вы думаете, испанская печаль отличается от русской? Мне кажется, это не испанская. Не испанская. Ваши варианты? Мексиканцы. Мексиканцы? А, да, блин. А, точно, мексиканцы. Да не может быть, а шляпы? А, так она мексиканская же, да, сомбреро. Все, я перепутал. Давно не был в Мексике, поэтому. Hello. Добрый. Брависсимо, брависсимо! Гармонисту повысить зарплату. Так и чего за это? Какое действие-то непонятно. С утра снимает, вы не знаете? Нет. А вы давно ли здесь стоите? Только что. Одни подошли? Пока да. А что значит, там загадочными глазами пока да? Стало быть, кого-то ждете? А вдруг я влюблюсь, и потом вы уйдете, а я буду смотреть и любоваться вам? Не, блин, неправильно сказал. Это печально. Да нет, я просто как бы блогерством занимаюсь, поэтому снимаю себя. Ну, а если красивая девушка, почему бы и девушку не снять? Ладно, давайте будем снимать это, как называется? Что все-таки происходит? Кино. А? Что же происходит все-таки? Да как-то движения не очень много. Немного движухи. Какие-то мероприятия еще планируются здесь, не знаете? Именно здесь, наверное, тоже? Ну, вообще, в парке. Мероприятие какого характера? Съемки, спортивные? Там, ну, сейчас, может, какие-нибудь там сцены, там, концертики? Много, сейчас там много что происходит. Молодого человека ждете, да? Я никого не жду, я просто гуляю. Все, не для камеры. Да. Так, может, как вместе прогуляемся? Я только. Ну, там, я думаю, что вам будет очень интересно. Дальше. Так, мы пойдем вместе дальше.